ядерные программы не завершились в срок 31 марта, но, как сообщается, продолжится сегодня. Браслет, возможно, придется примерить самому арестованному главе СИН. Следствие обвиняет Александра Реймера в течение 3 миллиардов рублей, которые выделялись на покупку этих отслеживающих приборов. Лифтган признал, что у Лубицы были проблемы. Второй пилот, разбившегося во Франции Робуса, еще несколько лет назад информировал авиакомпанию о серьезном эпизоде. Перед тем, как он улетел в отпуск, сотрудник ФСБ вручил ему официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений. К Реймесу возникли вопросы у управления по контрразведывательному обеспечению объектов промышленности службы экономической безопасности ФСБ. Как было сказано в документе, управление располагает данными в России с 1993 года и активно участвовал в реформах энергетического сектора. В 2000-х годах он вместе с Анатолием Чубайсом занимался реформой РАО ЕС России. Ремес отрицает, что собирал о госкомпаниях какую-либо информацию. По одной из версий, произошедшее связано с его критикой руководства Россетей, где он является независимым. Услуг, пишет газета «Известия». По данным издания, люди, ответственные за могилу, будут обязаны убирать территорию раз в год, вовремя подстерегать траву, не допускать наклона над могилами сооружения, освоения краски. В противном случае нарушителям грозит административная ответственность, но какая именно пока не уточняется. И добавлю, обещать родственникам о необходимости провести уход за могилой будет администрация кладбища. По завершении выпуска о валюте официальный курс доллара на сегодня 57 рублей 65 копеек, евро стоит 62 рубля 5 копеек. Погода. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, небольшие осадки, температура воздуха плюс 5-7. В Москве в среду мокрый снег, в течение дня около 3 тепла. Сейчас в российской столице минус 1, атмосферное давление низкое, 738 миллиметров ртутного столба. В некоторых районах города идет слабый снег. Сегодня вечером. Амнистия капиталов. Как пополнить казну и укрепить доверие предпринимателей? Обсудим с бизнес-клубом. Продолжает исполнительный директор движения «Усидящая» Ольга Романова.